Привет всем! Решила, короче, сделать, такой микро, короче, завтрак сладенький. Для этого нам понадобится печенье и шоколад. Берешь, короче, печенье. Ля-ля-ля-ля-ля. Открываешь. Так, открываешь пакет. Ну, я не знаю, в чем у вас пакете или в чем. У меня, короче, в пакете. Открываешь его. Тщательно. Так, открываешь, я смеюсь. Главное, чтобы смех был. Потому что смех это нормально. Ну, берешь вот так вот его. Крошишь туда. Не видно нифига. Блин. Все так вот туда. Или как? Может вот так вот. Ну, у меня лицо не будет видно. Так вот. Берешь, короче, его. Вот так вот. Туда. Накрашиваешь печенье. Ну, ломаешь, короче, печенье туда. Вот просто ломаешь. Руки только не забудьте помыть, когда ломаете печенье. Так вот, ломаете печенье. Так вот. Главное, улыбайтесь. Потому что улыбка это хорошо. Как Жабер говорю, улыбка это попозже видео, улыбка это на лице. Вот так вот, короче. Берешь его, печеньки. Ну, насколько хватит печенья. Ну, такой мягенький. Так вот, нормально. Печенье. Так, убираешь полку печенья, желательно полку печенья. Ну, вот такие вот две шоколадки, вот такие вот, Алёнушка. Такие, короче, две шоколадки. И, короче, берешь. И тоже ломаешь. Ну, можешь ножиком, можешь ломать. Ломаешь печеньки, да? Ломаешь шоколадки. Так, короче. Так ты, короче, берешь и ломаешь. Ломаешь. Потом берешь это вот все закрываешь. И ставишь микроволновку по времени. Ну там смотрите, чтобы шоколад растаял. Ну, на всю, короче, поставил. Ну вы даже посмотрите, как я поставил на всю, вот на пятерку, там это. И она там, короче, это готовится. Видите, как она шипит, шипит. И посмотрите, как оно готовится. Кстати, короче, я ирокез брю. Нафиг он мне вообще нужен? Ирокез, да, без ирокеза это клёвый. Клёво, да, я без ирокеза. Вот пиши, с ирокезом я клёвый или без ирокеза клёвый. Ты, глама, пиши. И не забудь подписаться, тут будет сногсшибательно всякие рецепты. Я даже, может, с кем-то приготовлю что-то. А с кем это будет секрет. Вот оно готовится. Главное, чтобы шоколад расплавился. Вот смотрите тщательно. Ну, я потому что я только начинаю готовить. И раньше вообще нифига не делал. Мама все готовила. А я вот так вот. Ну, время уже сколько. Вы, то есть, года уже идут. Надо что-то готовить. И вот я сейчас, кстати, короче, только стал влюбляться. Раньше мне как-то было пофигу. Вообще, вот сейчас она начала рубляться. Вот смотрим, как она там, короче, готовится. Можно открыть, посмотреть. Не, шоколад еще не расплавился. Ждем, когда он расплавится.
Ну, пока мисска шоколад расплавится, вы можете песню спеть какую-нибудь. К примеру, начинайте со мной петь песню. В лесу родилась елочка, в лесу она жила. Зимой и летом стройная, зеленая была. В лесу родилась елочка, и в лесу она росла. Такая она стройная всегда она была. В лесу родилась елочка, в лесу она жила. Такая стройная была. Вот так вот. Вот, готовим. Она была на терке. А, кстати, она была на терке, а я не на терке. Но я же сказочник. Так же, как он. Босс. Босс, ты тоже сказочник? Да, на терке она, кстати, короче, лучше. Ну, нормально. Тра-ля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 
Хоть сало плавится. Ну, что-то, да, стало раскисать. Сейчас она получится в собственном соку. То есть, короче, печенье ж потеет, как негр на качалке. И все нормально. Найна, ты глама-глама, то танцуй. Найна. Или вас... Ой. У тебя, блядь, какая-то фигня, короче, на глазу. Бас. Маленький, спаси. Бас, ты любишь? Тоже, да? А босс, я тебе не дам печеньки в собственном соку. Печеньки в собственном соку. Босса. Босса. А вот тут сушняк постоянно. Так, ну сейчас мы посмотрим. Пускай она готовится. А, ну можете, кстати, короче, написать там рецептик какой-нибудь. Я попробую сготовить. Или напишите, что там готовить. При первой возможности я сготовлю. Ну-ка. Ну, запах такой ароматный. Печеньки в собственном соку. Ха-ха-ха-ха-ха. Печеньки в собственном соку. Печеньки в шоколаде, печеньки в шоколаде. Утре... Какое утреннее? Вон мне сколько время. Это уже обед. Но зато печеньки в собственном соку. Печеньки в собственном соку, печеньки в собственном соку. Так. Сейчас мы смотрим, как оно там нагитарит. А, кстати, короче, если у вас понижена самооценка, подходите к зеркалу и говорите, я люблю себя, проговаривайте, монетизируйте себя на лучшее, да, потому что, да, я столько лет, короче, себя глобально убивал, что я никому не нужен вообще, короче, ну, сейчас это, начал работать над собой, уже, якобы, короче, как уже хочу готовить, даже. Печеньки в собственном соку. Ну-ка, как оно там? Еще. Ну, надо, да, на терке, короче. Вам надо на терке заготовить. Просто вам босс уже не поймет, что за фигня. Ждем. А вы пишите, что вы в этот момент готовите, или как там, смотрите, или как-то. Я вас всех обожаю. Печеньки в собственном соку. Печеньки в собственном соку. Пять минут. Угу. Ну, сейчас посмотрим. Кстати, короче, у меня начало гореть. Потому что надо шоколадки натереть. Ну, сейчас посмотрим, что у нас получилось. Печеньки в собственном соку. Вау, какой запах!
Ну вот такая вот получилась. А, ну-ка. Расчищенный. Подписывайтесь, жмите класс, потом что-нибудь еще придумал. Всем пока.